Всем привет! Вот и настало лето, настал дачный и садовый сезон. Даже солнце греет настолько сильно, что, наверное, вас, как и меня, тянет на природу. Но к солнцу тянемся не только мы, но и газон, за которым мы так старательно ухаживаем. Именно поэтому сегодня мы с вами отправимся на свежий воздух и захватим с собой аккумуляторный триммер 536 LiRX от компании Husqvarna. Поставляется в комплекте с удобной оснасткой для комфортной работы, имеет широкий руль велосипедного типа и в целом хороший весовой баланс. На рукоятке расположена интуитивная цифровая панель, пусковой курок с электронной регулировкой числа оборотов и защитный стопор. Над триммерной головкой располагается защитный щиток, который можно легко снять для очистки после работы. Работает триммер от 1 литий-ионного аккумулятора на 36 вольт. Рекомендуемый диаметр лески от 1 до 2 мм. В случае необходимости изменения направления вращения на цифровой панели имеется соответствующий переключатель, при нажатии на который триммер вращается против часовой стрелки. Это необходимо, например, для работы с остальным ножом, который, кстати, также возможно установить на данный триммер. В процессе работы леска изнашивается и периодически ее нужно вытягивать и обновлять. Это делается простым нажатием на центральную часть головки, а лишние вытянутые концы обрежутся о специальный нож, установленный на щитке. Также на аккумуляторе присутствует индикатор заряда, и вы всегда будете знать актуальный, просто нажав на него. Вот так вот и прошел наш очередной обзор. Вообще, честно скажу, что я приятно удивлен этим триммером. Он мощный и бесшумный, а работать на одном аккумуляторе можно вплоть до 1 часа. Весит всего лишь 4 с небольшим килограмма. На этом на сегодня все. Хорошего вам дня!